Часть услуг, их 27, переведены в электронный вид, то есть возможна подача заявлений, не выходя из дому, через портал городских услуг. Тоже возможно. А вот с 1 марта 2016 года две услуги представляются только в электронном виде. Это направление будет расти и расти, и часть услуг, скорее всего, часть услуг перейдет только в электронный вид. Речь идет о дополнительном единовременном пособии при рождении ребенка молодым семьям. Речь идет о маме с папой, которые в возрасте до 30 лет, у них появился ребенок. И, естественно, единовременное пособие на возмещение расходов в связи с рождением ребенка. Но о размерах говорить, наверное, не стоит, потому что суммы разные, поэтому кому надо, тот может спросить позже.